воды уже построены. На днях эксперты из Москвы посмотрели новый курорт Белокуриха-Горная, отметив, что там уже проделана огромная работа по созданию инженерной инфраструктуры, и пора приступать к мастер-планированию территории, где особое внимание отведено созданию единого облика пространства. Создать новый современный бальнеологический курорт, и общее количество номерного фонда в перспективе может достигнуть до 2000 номеров. Мы, конечно же, очень хотим быстро действовать, чтобы уже в 2025-2026 году первые туристы приехали в новый замечательный курорт Белокуриха-Горная. Такая активность связана с высокой загруженностью санаториев Белокурихи. В сезон они заполнены почти всегда на 100%. В связи с этим и в самой Белокурихе планируют строить новый комплекс «Алтай-Вест». Туда собираются инвестировать 8 миллиардов рублей. Санаторий на 440 номеров будет соответствовать стандарту 4 звезды. Правда, чтобы решить масштабные задачи, придется поработать, отметил в рамках встречи губернатор. Использовать планируют потенциал нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы за эти возможности как можем ухватываемся, поэтому спасибо большое, что такое внимание и такой конструктивный такой настрой, готовность вместе работать и помогать. Я думаю, мы вместе результаты хорошие покажем. Напомню, соглашение о сотрудничестве между правительством края и корпорацией «Туризм РФ» подписано в конце прошлого года. Определены перспективные направления для развития туризма в Белокурихе. Татьяна Голубева, «День с толком».